А сейчас подробности этих и других тем. Уберем снег вместе. Так называется областной челлендж, инициированный Гродненским областным комитетом БРСМ. Старт ему был дан сегодня и на Литчине. Его цель – оказание волонтерами БРСМ помощи в уборке снега на территории учреждений здравоохранения и образования, а также на частных подворьях тех, кто в силу объективных причин сам не может это сделать. Первыми в нашем регионе поддержали челлендж «Уберем снег вместе» учащиеся Гудского детского сада базовой школы. В первый день акции девятиклассники решили убрать снег на пришкольной территории. Я, как командир волонтерского отряда «Забота» Гудской базовой школы, никогда не остаюсь в стороне и принимаю активное участие в акциях Белорусского республиканского союза молодежи. Поэтому я сегодня со своими одноклассниками в строю, чтобы принести пользу и сделать нашу школу еще красивее. Челлендж «Уберем снег вместе» в Гродненской области будет продолжаться до конца зимы. Кому нужна помощь, могут обращаться в областной или в свои районные комитеты БРСМ. В Лидии-Илицком районе организован 41 волонтерский отряд, в которых помощь по уборке снега будут оказывать более 700 волонтеров Белорусского республиканского союза молодежи. Зима диктует свои правила – одеться по погоде, позаботиться об утеплении жилья, убрать снег с дворов. Учитывая, что холодная пора года в самом разгаре, молодежь Личины решила позаботиться о тех, кому может понадобиться помощь. Волонтеры БРСМ готовы помочь в расчистке территории от снега у больниц, поликлиник, детских садов, школ, поддержать реальным делом коммунальные службы и одиноких жителей региона, ветеранов Великой Отечественной войны, узников фашистской оккупации и инвалидов. Заявку на оказание помощи можно оставить по телефону горячей молодежной линии 540710. Челлендж будет проводиться до окончания зимнего периода.